Всем большой привет! Как вы видите, я думаю, вы эту игру узнали уже. Продолжаем прохождение Ори и Слепой лес. Мы узнали в прошлой серии, что Кура не такая злая и... Все, что заставило ее... делать то, что она делала, это... Блин. Ну, так скажем, забота о птенцах, которых она потеряла, к сожалению. Успеем? Нет. Блин, как что тогда сделать так, чтобы успеть? Никогда не любил стелс, поэтому извиняйте меня. Ага. Сокрытий тут особых нет. Псец. А что делать-то тогда? Если так она убивает, так она убивает. Блин. Ага. Я правильно подумал, что нужно сделать. Блин, блин, блин. Только это надо сделать более быстро. А нет, так не получится. Блин, не туда. Не туда. Опять же разнообразие, да? То есть, ну кто ожидал такой уровень, что мне надо будет вот так вот прятаться от птицы, блин. Которая просто потеряла своих птенцов. Интересно, я тут смогу спрятаться, да? Блин, не-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 
Пусть надо купить. Блин, и как эту хрень раз... Главное, сохраниться не могу, да? Потому что рядом моб. Ну, беда там.
Помогу, интересно, тут сохраниться? Не, не могу. Духовную связь создать в опасном месте. Блин, я должен эту фигню как-то разрушить просто. Мочь. Правильно? Что за бред? Это нифига не бред, походу, ну. Надо его в другую сторону отправить только. Не получилось, ладно. Ах ты, блин, а? Как сложно сделать. Вроде я понял, что нужно сделать. Ну как же это, блин, сложно. Не-не-не-не. Не, фиг тебе. Фиг тебе, птица. Я твоих птенцов не уничтожал, извиняй. Блин. Чуточку не туда. Ну, нужно поэтому его забросить сюда, чтобы он проломил. Нам проход, все дела. Может быть так, может быть и так. Блин, захорониться нельзя, вот что беда. Йо, тихо. О, я так и подумал. Блин, а я вверху переключатель, короче, не сделал. Мы едва сбежали от нее. Теперь понятно, почему она за нами охотится. Куру просто защищает своего детеныша. Но помните, Ори останется зажечь только элемент тепла. Нам нужен солнечный камень, он спрятан высоко в ущелье скорби. Мы должны оседлать ветер, ибо он укажет нам путь. Оседлать ветер? А, это каким макаром, извините. Я все понимаю, но каким макаром и ветер-то будем оседлывать? Я, конечно, могу. Я уверен, что Ори тоже могет. Оседлать кого угодно, но ветер это все-таки не лошадь, не скакун. Или может быть так зовут лошадь или скакуна. Ветер. Или он быстр, как и ветер. Такое же тоже возможно, правда? Ох, смотрите, у нас 5. А, у нас 3 элемента, а не 6. Что за бред? Значит, нам нужно что-то еще будет потом делать. То есть игра далеко не кончена. Это очень радует меня. Ёперный ты бабай. Потому что, честно говоря, я думал, что уже скоро конец. А там, может быть, далеко и далеко не конец. А когда игра радует, и очень-очень нравится, и с одной стороны хочешь и пройти, с другой стороны не хочешь, чтобы она кончалась. По крайней мере, у меня вот такие загоны бывают. То есть пройти вроде хочется, и с другой стороны, не, пускай будет там. Да, любимый какой-нибудь сериал, да, то есть нужно, чтобы там было 200 серий. Будешь плеваться, что их 200, но зато... Давайте просто сдохнем, а где-нибудь можно где-нибудь сдохнуть тут? Вот давайте сдохнем. Ну, потому что какую-то фигню творю абсолютно. Можно же сделать вот так спокойно и не париться. Нет, надо было на него обязательно прыгать, там пытаться перепрыгивать что-то. Также намного проще и правильно. Давайте засейвимся прям в воздухе практически. Текс. Оседлать ветер, говорите.
Окей. Будем оседлывать ветер. Так, а ты там случайно нам не открыл дверку, а? Дружбан. Я не открыл. Не проломил эту дверь. А может быть можно, кстати, и проломить было бы. Если перенаправлять его энергию. Как-то заморачиваться с этим не очень охота. Может быть, я и не прав. Нужно это делать. Так, что у нас далее? Духовная связь. Они же очки духа. Опыт, 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 опыт. Ценный, ценный мех. Ага. Ценный, ценный мех, да? А мы можем сделать еще и вот так, чтобы пойти в эту сторону. Нам нужно... Ёперный стыд, куда нам нужно. Это значит, называется жесть. Шесть, как кто попал вообще? Не-не-не-не! Блин. Это идиотизм. Просто, просто идиотизм. Абсолютно ничего. Что у нас есть? Элемент вод. Элемент ветров. Снова дуют ветра. Вроде два элемента у нас не собраны, да, получается. А это на что? А, это мы 536 раз сдохли, что ли, получается, уже. Нехило. Слабо вам? 536 раз сдохнуть, а? Ну, там половина было смертей таких, то есть, глупых абсолютно. Треть еще специальных, ну, то есть, чтобы заново быстрее начать, там жизни мало. Нельзя считать их прям полноценными. Как по мне. И так далее. Досадно, глупо. Блин, я ж парить могу вверх. Вот я идиот. Идиот. Я вот тут могу парить вверх, потому что ветра, ветра подули. Но не могу эту штуку, да, захреначить. Блин, беда. Куда пройти не могу. Ветра, 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 ветра. А мы реально оседлали ветер, смотрите. А сейчас просто так взлетим вверх. Никто еще не взлетал. Так, мы с этой стороны все обследовали, да? Тихо, 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 тихо. Немножко ветер. Погоди. Да, 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 25 тысяч раз. Далеко собрались птички. Угу. То есть нам или вправо, или влево. Блин, какая же красота, а? Какая же красота. Угу. Извини, птица. Блин! Можно сказать, извини, птица, да? Так, это мы прям к ущелью, скорби. А если мы пока что не хотим к этому ущелью, что нам делать?
Если мы хотим чуть-чуть в другую сторону, обследуя все, что тут есть и нету. Ой, нет, 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 не надо. Взял играл за подвисло, я уж испугался. Ну что за нафиг вообще? А, тут ветра нет, поэтому нам придется прыгать. И хрен мы тут допрыгнем, я понял уже. Фак. Ну я туда хрен запрыгну, реально не запрыгну. Опыт, халява, халява, халява. Ой, досада как, а? Хотел опыт там набрать, но куда я запрыгнуть не смог. Придется идти туда, куда нас посылали изначально, можно сказать. Куда я пошел изначально. Опыт! Опыт не пропьешь. Практически как скилл. Ну хотя скилл можно пропить. Ущелье скорби. Вот ты какое блин. Ущелье скорби. Блин, ну это пипец какой-то. Ну что я творю, а? Что я творю? Жизни что ли дофига? На самом деле жизни-то мало. Жесть. Ну. Опыт. Не падай. Да хрен вам. Да что я делаю? Ну, вообще не понимаю. Куда вы? Опыт. Отдайте мой опыт. Ура! Открывайся. Альтернативная реальность, блин. Я чувствую, я упаду. Куда-то там. В небытие. Это мы кружочек сделали, вы видели? Скилл же. Вы думали, у меня его нет? Нет. Вы были правы, блин, у меня его ни хрена нету. А, что там внизу, блин? А, вот что у нас внизу, да? Отлично, карта. Жизни нету нифига. Печаль, беда. Ай-яй-яй-яй. Ну-ну-ну, цепляйся. Маленький. Да.
Жесть, почему обязательно нужно терять жизни, я не понимаю. Можно сделать вот так же, правильно? Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот еще. Да. Японская зеленая хрень, а? Блин, сейчас ждем этот метеорит, который падает с небес. Нет! На. Что терять жизни, это уже, блин, не знаю, такое. Сколько раз уже прыгал вот так вот, ну, приблизительно, да? Давно бы пора уже было, блин, научиться не терять жизни. Ну, видимо, это настолько сложно, что... Что пипец. А вот это ключик, 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 ключик. Не-не-не. Тихо. Тихо, не буянить. Зеленая хрень. Жаба. Жаба. Ну, спасибо. Тесно, фармент они вообще к любым картам подходят, да? Уж я где-то карту не открыл, если у меня второй фрагмент сейчас. По идее. Ой. Да ладно. Мы же тебя умнее, мы тебя убьем. По-любому. Ух ты! Понятно все. Уже поняли, правда? Я имел в виду. Своими возгласами. Понятно все. Нет! Блин, нет! Тупить не надо. Вот что самое главное. Тихо. 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 Опыт, опыт, опыт. Мне, мое. Так вот. Угу. Это называется жесть, как она есть. Ага, хрен туда попаду, я все понял. Опыт, опыт, драгоценный опыт. Ай!
Вот тебе, блин, и опыт. И очень драгоценный. И не очень. Ошибся. Бывает. Признаю. Исправлюсь, может быть. Когда-нибудь. Не-не-не-не-не-не. Так глупо. Проигрывать не хочется. Эх, мороз, мороз. Не надо морозить, блин, меня. Ой, не надо. И моего коня тоже не надо. Хорошо, что мы карту открыли, иначе бы я тут, блин, годами разбирался, что мне тут делать. Так ни хрена бы не разобрался. Больше чем уверен. Ой, как же мне попасть вверх-то, а? Этот хрен вот так просто не лопнет. Не лопнет, собака. Хотелось бы, чтобы лопнуло, ну хрен. Там. Ай! Не-не, ща. Ща все будет. Я говорил, ща все будет. А вот сейчас ни хрена не будет. А я могу эту штуку открыть, не? Двумя. Я, конечно, не могу. Вот где-то еще руна, я вообще хрен пойму, куда попасть. Вот справа, видите, посередине. Тут кусков руны просто жесть. Кофроны просто жесть. Ой, что я творю? Не-не-не. На. Ой, блин, тут столько всего, смотрите, можно собрать. Хм. Мы, наверное, это и будем делать. Блин. Ясно, туда я могу попасть же, а? Все-таки. Все-таки ж могу, правда? Ну, эту хрень я не знаю, как ее открыть. То есть, по идее, сверху надо открывать, проламливать. А там дверь с рунами. Ясно. Правда, ни хрена непонятно, что ясно. Ну, что-то ясно. Ладно, давайте на этом закончим. Всем большое спасибо, кто смотрел, кто будет смотреть. Ждите новых серий. С вами был Крухиор и Хигаш, и отличная эта игрушка, которая, я надеюсь, еще много-много раз заставит меня удивляться, потому что не перестает меня радовать своими пейзажами, разнообразием и удивлять своим геймплеем. Всем спасибо и пока-пока.